Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru. И давайте в сегодняшнем видео я расскажу вам об интернете, о сотовой связи на Занзибаре, так как, думаю, многим интересно, как общаться с родными, близкими, и вообще можно ли здесь остаться, например, на зимовку работать, чтобы был нормальный интернет. Сразу скажу, Wi-Fi для туристов, Wi-Fi во всех отелях, вот у меня 4 звезды, ловит так себе через раз, например, утром, днем, когда меньше народу, все купаться уходят нормально, полный отель вечером, тяжело передать файлы, видео, созвониться тоже тормозит, у меня отель 4 звезды, все включено, ну и в пятерках тоже люди говорили такое, то есть, если вы хотите хороший Wi-Fi именно в отеле, прям берите пятерку, читайте отзывы, это редкость на Занзибаре. Самый простой вариант, не знаю, купите местную сотовую связь. Есть Zantel, Airtel, еще какая-то связь. Просто я взял именно Zantel, все рекомендовали, у меня никаких проблем нет. $5 сама карточка стоит, $5 еще, например, 10 гигабайт. 10 гигабайт, ну, в принципе, если вы не будете видео смотреть, вот мне неделя прошла, мне уже хватает, ну, хватает там смс-ки написать, позвонить. То есть для обычного туриста это хватит. Есть пакет 20 гигабайт, 30 гигабайт. Офис Zantel, например, есть в Нунгве, такой зеленый, чуть ли не самое крутое здание с кондиционером, все около на въезде в Нунгве, где расположен бас-стейшн, то есть автобусная станция. Я вам покажу, я как раз записывал видео. Какая сотовая связь? Вот есть тут Airtel, Zantel еще какая-то. Вот все рекомендуют Zantel, так как она ловит на всем острове, есть разные тарифы. Вот такая сотовая связь Zantel здесь ловит лучше всех на острове, да и вообще в Танзании. Ну, смотрите, где вы живете, допустим, если вы хотите для работы, возьмите, например, одну симку Zantel, другую Airtel и попробуйте, какая именно ловит лучше в вашем месте. У других симок чуть поменьше тарифы, я просто, ну, $5 это нормальная цена, там $10 за симку это нормальная цена, там, чтобы искать меньше тарифы я не стал. То есть это 10 тысяч шиллингов симка, 10 тысяч шиллингов сама этот стоит 10 гигабайт, 20 гигабайт, следовательно, 20 тысяч шиллингов. Вот такое, в принципе, коротенькое видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео из Занзибара. Я специально делал видео коротенькие, потому что не каждому нужно, и одно, допустим, общее сделал, не каждому нужно... Туристу, например, его конкретно интересует сотовая связь. Зачем искать там в часовом видео, где будет рассказываться про сотовую связь. Все, всем пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. До встречи в следующем канале.